К новостям в мире. Европейский Центробанк продолжит придерживаться подхода, при котором решение об изменении процентных ставок будет приниматься на каждом конкретном заседании и будет зависеть от поступающих данных статистики. Об этом заявила председатель банка Кристин Лагард. По ее словам, ставки будут удерживаться на высоком уровне до тех пор, пока траектория инфляции в еврозоне не начнет указывать на устойчивое движение к целевому уровню в 2%. Совет управляющих сегодня решил сохранить три ключевые процентные ставки Европейского центрального банка без изменений. Поступившая информация в целом подтвердила наш предыдущий анализ среднесрочных перспектив инфляции. Ожидается, что инфляция будет по-прежнему оставаться на слишком высокой отметке в течение долгого времени. Центробанк Турции повысил учетную ставку с 30 до 35%. Свои действия регулятор объяснил стремлением скорее добиться замедления инфляции. Ожидается, что это поможет закрепить инфляционные ожидания и контролировать ухудшение ценовой динамики. Это пятое повышение ставки подряд. Сейчас она находится на максимуме с 2003 года.